Так, вот она у нас, калинка-малинка. Немножко зацепилась дверь. Сейчас посмотрим под лампой. Возможно, будет еще водичка. Да. Вот она наша дверка. И вот она наша вмятина. Сейчас посмотрим, как с ней бороться. Калина. Разбираем обшивку дверки. Смотрим, с чего начать. Ну, начать, наверное, вот с чего надо. А скажите, вообще наша отечественная... Так, вот здесь у нас заглушечка, и здесь вот надо тоже снимать на зеркале. Потом снимать надо колоночку и смотреть дальше. Здесь эта часть. Здесь обыкновенные затычки у нас, которые спокойно отходят. Здесь тоже заглушечка у нас. Там у нас под крестик отверточку. Ну, естественно, колонки, вот они. Шурупы 4 штуки мы снимаем так. Здесь вот здесь еще то же самое. Сейчас подсвечу. Болтушочек, и по идее все. Больше тут... А нет, два их тут. Вот снизу. Один. И вот он второй. Вот, и особо нечего тут снимать. Итак, шурупчик у нас. Вот он. Шурупчик вот он, здесь на колонке. Здесь вот два снизу, остальное все отщелкивается. Вот такая у нас дверка получается. Ну и еще один презент вот такой вот. Здесь надо откручивать, чтобы это дело снять. Вот такая у нас дверь. Вот здесь идет по низу усилитель. Примерно в 15 сантиметрах. И между усилком и дверью есть там миллиметра 2-3 зазорчик. Она идет вот от начала двери и сюда. Выходит примерно вот в эту часть, как мы видим. Вот, для того, чтобы понимать. Ну, тут вот заводская шумка есть. Сверху еще шумку наклеили. Ну, молодцы, что сказать. Я сразу, когда взял вот так вот, подавил, чувствую, что тут прям серьезно. Будем ковырять. Ну что ж, пора начинать ковыряться. Делали, да? Угу. Можем буду вас потом по WhatsApp подую после? Конечно. Вот она, наша дверка. Вот как раз это место. Еще раз проходим. Это у нас дефектовочка. Так, вот здесь она у нас была. Ну, в принципе, ничего. Пойдет. То же самое в лампе. Да, чуть-чуть тут как пожеванности присутствует. Но я думаю, на белом цвете
Это простительно.